увольнять, почистить с организацией. Подождите, мне там есть еще люди, которых нужно черный список. Он мент? Нахуй. Блядь. Да, Шавай, ты бы с админами поговорил, чтобы как-то запретили, блядь, просто. Ну-ка давай вот там нажмем. Сейчас еще один у нас будет. Зеленый автомобиль к обочине, к обочине. Последний к обочине приживаемся. Прижаться к обочине. Да, вы к обочине прижаться. Почему место ДТП покинули? Ваши документы. А мне похуй, что он мент. Не видели? Это документы ваши. Сейчас посмотрим. Что там покинул? А, сука, это решение прав. Стоять! Охуй, хоть машину покупку. Блять, слышишь, тут такой пидорас сейчас перед нами нахуй был, блядь. Просто ДТП совершил, блядь. Блять, пишет такой, блядь, АХК нахуй съебался, прикинь, блядь. Пиздец. Кончен. Выйти из машины! Выйти из машины! Выйти из машины! Выйти из машины еще раз! Сотрудник, вы нарушаете законодательство! Выйти из машины! Что значит никак нет? Вы будете уволены, сотрудник! Закрой свой рот, ебучий! Блять, это пиздец, нахуй!